Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. Давайте узнаем, какая погода нас ожидает сегодня. Карачаево-Черкесия – переменная облачность. Местами кратковременный дождь с грозой. В отдельных районах сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Днем возможны порывы до 14. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18 градусов. Днем 23-28. Ночью в горах местами от 5 до 10 градусов. Днем плюс 13, плюс 18. В северных районах высокая пожароопасность. В Черкесске ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 14. Ночью в Черкесске ожидается плюс 15, плюс 17 градусов, днем до плюс 27. Привычный отдых за границей из-за пандемии по-прежнему остается недоступным для большинства россиян. Поэтому в этом году многие жители нашей страны отдыхают у себя на родине. Наш земляк из станицы Зеленчукская Дмитрий Кишунов, путешествуя по России, не только знакомится со святыми местами, но и с удивительными людьми. Ольга Савенко продолжит. В станицу Темнолисскую отец Дмитрий приехал 3,5 года назад, после окончания Одесской духовной семинарии. Забот у батюшки хватает. Постоянной службы, крестины, строительство нового храма. Прихожан мало, доходов тоже. Однако каждый год во время небольшого отпуска он путешествует по святым местам России. Отец Дмитрий – батюшка современный. У него есть своя страничка в Инстаграм. Вести ее посоветовала знаменитая писательница Дарья Донцова. Она же привлекла на его сайт первых подписчиков, благодаря которым и путешествует батюшка. Сегодня у отца Дмитрия их около 12 тысяч. Это жители самых разных регионов России, стран Европы, Америки и даже Китая. Недавно отец Дмитрий во время отпуска побывал в новом храме вооруженных сил, в знаменитом Сретенском монастыре Оптиной пустыни. Впечатления зашкаливают. Поразило то, что насколько наш мир большой и велик, и сколько нам всего неизвестно. Знать не знал, что в Воронежской области есть такие дивные места, они так и называются Дивногорье, Белогорье, там меловые горы, да, и пещеры в них сделаны, катакомбы, пещеры, тоннели полностью в горах, а горы из мела, то есть и ты ходишь просто в меловой горе, на улице плюс 40, а там внутри плюс 5, плюс 7, плюс 10, то есть мы выходили на улицу греться. Во время поездки отец Дмитрий увидел немало достопримечательностей. Незабываемое впечатление оставила встреча с Андреем Ткачевым. Это, пожалуй, самый знаменитый священник России. Он ведет передачи на православных каналах, пишет книги. Отец Дмитрий не только встретился с ним, но и провел несколько совместных служб. Отец Андрей – это, на самом деле, очень простой, очень скромный батюшка, который не видит за собой той значимости, которому придает его весь мир. Он это за собой не замечает. Он не понимает, как бы, за что его так, как бы, он просто вот простой. Он как есть, как на сердце, так он и говорит. Служилось на одном дыхании. Все было легко, просто, как будто бы я его знаю всю жизнь. Как рассказал отец Дмитрий, он пригласил Андрея Ткачева к нам в Карачаево-Черкесию. Тот не отказался, так как давно хотел побывать на Кавказе. Так что вполне вероятно, что в скором будущем не только отец Дмитрий, но и мы, жители республики, сможем задать знаменитому священнослужителю свои вопросы, побывать на его службе. Ольга Савенко, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. Следующий выпуск «Вестей» смотрите в 14:30 с ведущим Ашимнезом Пхешховым. Хорошего дня, до завтра. Продаются полнорационные комбикорма для всех видов птицы, а также молодняк уток разных пород. По вашему заказу изготовим любые корма для других видов животных. Плем-репродуктор «Зеленчукский». Телефон 8, код 87-878-5-45-70 и 8-925-711-98-90.
бодрости и желания творить. Это не туфли, это какое-то чудо, посмотри, я вообще, я в восторге. Только сережки сегодня одену. Доброе утро! Доброе утро! Утро – это улыбки и радость. Доброе утро приносит добрый день. Не пропустите «Утро России» Карачаева-Черкесия.